Всем привет! И сегодня по многочисленным просьбам разберем аранжировку на основную тему из замечательного кинофильма «Джентльмены удачи» композитора Геннадия Гладкова. Ноты с табулатурой, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь и давайте разбирать. Данная тема в самом фильме звучит в нескольких разных вариациях, в разных тональностях. Эта аранжировка была сделана по варианту, который звучит в самом начале фильма. Но для удобства исполнения тональность была изменена. Тональность здесь ля минор, что на полтона ниже, чем тональность оригинала. Чтобы сыграть в оригинальной тональности, нужно будет поставить каподастер на первый лад. Начинается со вступления. Все вступление играется на одном аккорде. Вступление. Аккорд можно зажать сразу. Это аккорд ля минор, вторая на первом ладу и на втором ладу четвертая и третья. Сначала играем в басу шестую струну, открытую 4 раза. Затем пятая открытая. И вот здесь нужно будет нам сыграть вместе вторую струну безымянным пальцем, средним третью и указательным четвертую вместе 2 раза. И каким образом мы это будем делать? Сначала играем щипком эти струны, потом небольшим ударчиком этими же пальцами мы уже сверху вниз играем. Это делается для того, что при исполнении уже в оригинальном темпе, темп быстрый, 2 раза сыграть щипком будет очень сложно, поэтому так будет легче и ровнее должно получиться. Итак, мы сыграли вот эти 3 струны 2 раза. Затем аккорд держим, шестая открытая, шестая на третьем и вместе с этими же струнами вторую, третью, четвертую играем. Все, шестую можно отпустить и также повторяется первая фигура, пятая, аккорд 2 раза. Затем шестая и аккорд 1 раз. И следующий такт повторяет предыдущий такт. Открытая в конце. Пройдем то же самое с метрономом. Метроном ставим 100 ударов в минуту. Это также примерно как при исполнении оригинальном, но играть будем в 2 раза медленнее. Подобный аккомпанемент будет на протяжении всей композиции использоваться. Дальше начинается основная мелодия. Две небольшие одинаковые фразы. Остаемся мы на том же аккорде ля минор. Итак, первая открытая. Теперь нам нужно будет зажать первую струну на первом ладу, но мы делаем это не путем переставления туда-сюда, да, указательного пальца, а зажимаем указательным пальцем небольшое барре, буквально 2 струны мы зажимаем на первом ладу, первую и вторую вместе. Остальные пальцы у нас также остаются на втором ладу, средние безымянные, на четвертой и на третьей струне, то есть аккорд мы держим все это время. И играем первую на первом, получается, с пятой открытой. Затем заполнение, четвертая и третья. Затем приотпускаем первую струну, но вторую струну на первом ладу мы держим указательным. Играем сначала просто первую открытую. Затем мизинцем дотягиваемся, вторая на четвертом, вместе с шестой открытой. Затем первая открытая. И вторая вот на первом, пятая открытая, аккорд держится и в заполнении играем уже 2 струны вместе, четвертую и третью также один раз щипком, второй раз в другую сторону, да, небольшой ударчик. Затем шестая открытая и то же самое повторяется еще раз. —
все старайтесь играть как можно более отрывисто, коротко, да, иначе будет сливаться в кашу. Все ноты будут сливаться. Итак, с метроном пройдем. Дальше. Первая открытая струна, в это время мы переносим руку вот сюда, как вы уже заметили. Теперь зажимаем первую на восьмом вместе с пятой открытой и играем. Затем первая на седьмом. И дальше первая на пятом и зажимаем сразу малое барре, три струны, первую, вторую, третью на пятом ладу. Играем первую сначала. Шестая открытая барре, держим, играем третью и затем играем первую открытую. В это время возвращаем руку в первую позицию, зажимаем мизинцем первую на третьем, играем ее с пятой открытой, подставляем аккорд ля минор, четвертую и третью на втором ладу зажимаем, играем их, не отпускайте. Затем первая на первом, открытые шестая и первая, и снова зажимаем на первом ладу вторую и первую струну вместе. Аккорд держится и играем в заполнение вместе первую, вторую, третью. Все, можно отпустить теперь только аккорд. И играем открытые четвертую с первой. Дальше. Вторая на третьем, третья на втором месте. Ход в басу. Пятая открытая. Пятая на третьем. Четвертая открытая и снова вторая на третьем ладу, третья на втором, вместе два раза уже. И в конце пятая открытая. Вот эти струны, которые мы зажали, вторую и третью, не отпускайте, дальше они повторятся у нас. Пройдем с метрономом. И с них же начинаем следующие. Следующая фраза тоже, опять же, будет состоять из двух одинаковых половин. Так, вот здесь нужно будет зажать вторую безымянным и третью средним, для того, чтобы мизинец был у нас свободный и указательный свободный. То есть, если вы до этого зажимали так, то нужно будет переставить палец, либо сразу зажимать этими же пальцами, безымянным и средним. Итак, играем вторую на третьем, третью на втором. Теперь мизинцем зажимаем первую на третьем, вместе с четвертой открытой играем. Дальше держим аккорд, повторяем вторую с третьей. Так, вторую с третьей держим. Можете чуть-чуть просто их приотпустить, но оставить на месте эти пальцы. Затем первая на первом. Первая и пятая открытые. Снова первая, первый лад. Затем вторая на третьем. Четвертая открытая. И повторяем также вторую с третьей. Вторая на третьем, третья на втором. Два раза. И пятая открытая. И повторяется еще раз то же самое. Играем с метрономом. Следующая фраза. Начинается она снова с этих же нот. Вторая на третьем, третья на втором. Мизинец также подставляем. Первая струна, третий лад. Вместе с четвертой открытой играем. В заполнение вторая и третья. На аккорде держим его.
Затем первая на первом. Теперь открытый аккорд держим. Открытые пятая и первая. Повторяем вторую с третьей. Все, теперь только мы убираем эти пальцы, зажимаем указательным первую на первом, безымянным, шестую на третьем, играем их вместе. Затем отпускаем первую и играем открытые первую, вторую, третью вместе. Дальше вторая, третий лад, пятая на втором. Открытые вторая с третьей. Теперь первая, первый лад, пятая на третьем. И переставляем указательный, вторая струна, первый лад. И играем вместе первую, вторую, третью. Шестая на третьем басу. И вторая на первом у нас осталась. Играем ее вместе с третьей открытой. Затем будет слайд у нас. Зажимаем вторым, ну, средним пальцем четвертую струну на втором ладу. Играем ее. И затем будет слайд по четвертой струне до четвертого лада. Да, и затем третья на первом. И пятая на втором. Такая фраза, пройдем ее. Давайте проиграем всю вот эту первую половину темы, да, главной мелодии, с самого начала. Следующая фраза. Начинается она с того же аккорда ля минор. Играем первую открытую. Снова зажимаем указательным пальцем две струны, первую и вторую на первом ладу. Играем первую с пятой. В заполнении четвертая, третья на аккорде. Первая открытая. Затем можно, в принципе, аккорд отпустить. Мизинцем играем вторую на четвертом вместе с шестой открытой. Первая открытая. И в это время переносим руку вот сюда. Зажимаем первую на восьмом. Играем вместе с пятой открытой. Первая на седьмом. И первая на пятом. Держим. Шестая открытая. И первая открытая. Возвращаем руку обратно. Здесь будет уже у нас аккорд ми мажор. И опять же нужно будет зажать указательным пальцем малое барре на первом ладу. Здесь уже вместе с третьей струной мы зажимаем. И сразу можно аккорд подставить на втором ладу. Пятая и четвертая зажаты. И сначала играем первую на первом, получается, вместе с шестой открытой. Заполнение третья на первом с четвертой на втором. Затем приотпускаем барре, но указательный на третьей струне на первом ладу остается. Играем первую открытую. Затем мизинцем также дотягиваемся до второй струны на четвертом. И играем ее вместе с пятой. На втором у нас зажата она. Затем, ну все, можно в принципе указательный отпустить. Первая открытая. И то же самое переносим руку вот сюда, в середину грифа, играем уже первую на седьмом с шестой открытой. Первая, пятый лад. И первая на четвертом. Здесь нужно будет мизинцем ее зажать, то есть переставить руку. Дальше пятая на втором ладу средним пальцем. Да, потом мы снова вернем аккорд сюда. Пройдем с метрономом. Thank you.
следующая фраза. Да, начинается вот она с этого же аккорда ми мажор. Просто указательно остается на первом ладу на третьей струне. Играем ее вместе с первой, второй открытыми. Все, переставляем указательный на первую струну, на первый лад. Играем ее вместе с пятой открытой. Дальше аккорд ля мажор подставляем. Ля мажорный септаккорд. То есть на втором ладу безымянным вторая струна, средним четвертая. И играем вместе вторую, третью, четвертую. Первая открытая, шестая открытая в басу вместе со второй на четвертом, первая открытая, первая на третьем, пятая открытая. Вот этот аккорд ля мажорный септаккорд у нас остался на втором ладу. Мы играем теперь просто четвертую на втором с третьей открытой. Ну, если удобно, можете три струны сыграть в заполнении. Дальше первая на первом, шестая и первая открытые. И аккорд держится, да, обратите внимание. Возвращаем указательный палец на первый лад, на первую струну. И играем вместе три струны, первую, вторую, третью. То есть весь такт у нас по-хорошему нужно держать вот этот ля мажорный септаккорд. Просто где-то приотпускайте его, чтобы он не звучал, но пальцы были вот наготове. Все, теперь только мы его убрали. Играем открытые первую с четвертой. И вторая на третьем, третья на втором. Дальше вторая на третьем осталась. Играем ее вместе с пятой открытой. И смотрите, здесь мы будем играть вторую струну на третьем. Мы будем играть ее три раза. Темп быстрый, да, опять же. Выиграть в быстром темпе легко вот таким способом. Первую ноту с басом, которая идет, мы играем безымянным пальцем правой рукой. Вторую среднюю и третью указательную. То есть. Дальше первая на первом с четвертой открытой по такому же принципу играем. Первая нота с басом безымянным, вторая средним и третья указательным. И дальше первая на пятом ладу мизинцем с пятой открытой. Здесь первую два раза мы играем. Также можно безымянным сыграть, среднюю. А вот следующая будет третья струна на втором ладу. Ее уже можно будет указательным пальцем сыграть в правой руке. Пройдем с метрономом. Будет третья на втором ладу, но нужно будет уже первым отпускаем, третью зажать средним пальцем на втором, ее играем. Затем указательный вторая струна, первый лад, и будем на легато играть вторую на третьем ладу форшлагом. То есть вот эта нота, вторая на первом ладу, будет очень короткой. Мы ее играем с четвертой открытой струной и сразу же молоточковым ударом сыграем вторую на третьем. Так должно получиться. Да? Мизинцем можно безымянным, без разницы. Затем третья струна на втором. Снова вторая на первом. Открытые вторая и пятая. Вторая на первом. Вторая открытая. Шестая безымянным на третьем ладу. И в заполнении два раза играем третью с четвертой. Щипком и ударом. Затем пятая, второй лад. Третья открытая. И дальше тоже будет такой же форшлаг, как в предыдущем такте, да? На легато. Но в басу будет уже пятая струна на третьем ладу. То есть мы зажимаем пятую на третьем, вторую на первом указательным. Играем их вместе и сразу же молоточковым ударом играем вторую на третьем ладу, в данном случае мизинцем получится. Дальше подставляем средний палец, четвертая струна на втором.
играем ее вместе с третьей открытой. Затем повторяется вторая на первом. Все, отпускаем аккорд. Шестая на третьем ладу вместе со второй открытой. Затем вторая, первый лад. Вторая открытая. Шестая на первом указательном. И подставляем здесь аккорд у нас фа мажор, да, получается. Сразу зажимаем четвертую и пятую мизинцем и безымянным на третьем ладу. И средним пальцем третья струна на втором. Здесь баре не нужно зажимать, но все вот эти ноты нужно будет зажать. Итак, играем сначала четвертую с третьей два раза. Да, пятая в басу. В конце. Все на аккорде. До этого момента мы держим фа-мажорный аккорд. Дальше уже отпустим. С метрономом. Последняя фраза. То есть вот третья струна у нас была зажата средним пальцем на втором ладу. С нее начинается. Затем средний палец переставляем на пятую струну на второй лад. Мизинцем, ну или безымянным, как хотите. Зажимаем вторую на третьем. Играем вместе вторую с пятой. Затем малое баре на первом ладу. Играем вторую с третьей. На первом обе, да, получилось. Снова пятая, второй лад. Вторая, третий. И снова первая и третья на первом ладу. Все, теперь просто зажимаем вторую на первом. Играем ее вместе с шестой открытой. Затем третья на первом со второй открытой. Третья на первом с шестой открытой, четвертая, второй лад, и открытые пятая и вторая, третья на втором, безымянный палец сразу подставляйте туда, чтобы потом подставить аккорд ля минор. Третья на втором, держим ее, шестая открытая, шестая на третьем мизинцем, пятая открытая, и подставляем аккорд ля минор, и как во вступлении играем три струны вместе, вторая, третья, четвертая, два раза. И шестая открытая. Пройдем с метрономом. И пройдем всю вторую часть целиком. Дошли, и можно повторить еще раз всю тему, точно так же, как мы сыграли первый раз. В оригинале она, конечно, повторяется уже в другой тональности, но на гитаре сыграть это довольно-таки сложно, потому что вся часть получится на баре. Поэтому я сыграла в той же тональности, и если вы повторили ее, или если не повторили, переходим на окончание. В окончании я сыграла еще раз последнюю фразу. И дальше такое же заполнение на аккорде ля минор, как и звучало во вступлении. Можно закончить.
такая получилась аранжировка. Если играть ее в медленном темпе, она не очень сложная получается, но вся сложность заключается именно в очень быстром темпе. Поэтому разучивайте медленно, по частям, также по фразам, в правильном ритме сразу обязательно, правильными пальцами, и потом уже постепенно добавляйте скорость. Желаю всем удачи, успехов, терпения и до новых встреч. Пока!